мне сегодня. Пойдете вместе с нами выбирать подарок. Что, куда поедем? Дальше? Ну, думаю, что да. Но наверняка, чтобы встать где-нибудь. Ой, смотрите, и тут еще есть. Я говорю, он был огромный. Если есть... Чего? Чуть лишнего не было. Так у нас и так все на виду. Даже из тарелки чужой макаешь. Мы почти ничего не скрываем. В смысле макаешь? Ну, ты вчера у Сашки макала сгущенку через весь стол. Ну все, капец. Капец. Невоспитанная девочка ты. Да где теперь искать-то? Вон с той стороны есть. Туда нельзя. Туда нельзя. Езжай обратно. Блин, где встать-то? Тут нельзя, да? Ой, боже. Может, есть? Вон там, а нету. Вот так всегда. Ненавижу за этого города. Не встанешь? Встану. А смотрите, вот тут Рив Гош может посмотреть косметику уходов. Дарение от прыщей в Рив Гош. Мне кажется, то, что ты купила, помогает. Более-менее. Помогает, да? Месяц. Я уже давно хотела детям сережки золотые. Хотя мы им покупали в прошлом году. Тоже в 585-й пробы. Мы купили им неудачные. Они такие, знаете, очень тонкое золото, мнется. Мне вообще не нравится. Саша сняла, Женя мучается до сих пор. Нам надо что-нибудь такое, хочу я. А знаете, они вот круглые, они такие тоненькие. Нету? Я не нашла. Серебро только есть. Ну, сейчас прошу. Ну, тут кольца уже пошли. Какие я хотела, продавец говорит, они очень неудобные. Все, вот. Ну, слушайте, ну они даже на Насте. И ребенок не мучается, когда вы надеваете. А они на любую мощь. Я хотела не такие, хотела... Тебя не тяжелые. Ну, хотела круглые. Вот, видите там как. Там у вас бирка висит со второй сережкой. А я говорю, я хотела совсем вот эти, другие. Вот эти замки, это нереально. Это вот, представьте, вам нужно будет вот сюда мочку засунуть как-то, потом застегнуть. И вот это вот, ну это... Ну вот мне никто не сказал, хотя я уже третий или четвертый. Все кольца, они идут с трубчатыми замками, да, все, да, они да. По-другому не делают. Даже никто не сказал, надо же, а вот это вот другой замок совсем. Да. Видите какой? Ну вот эти, значит, мы возьмем, Женя, Саша. То мы ему прокалывать не будем, потому что станет лет в 15, тогда только. Но они нормально прям смотрятся. Мне казалось, что они такие малюсенькие. Нет, очень даже хорошо. Поэтому вот такие подарки у нас будут для Жени и Саши. Спасибо большое. Вы купили мы подарки детям. Еще и упаковка красивая какая. Ну, мы, знаете, всегда стараемся Жене и Саше дарить подарки одинаковые. Но я думаю, эти подарки дети не оценят. Надо что-то в детском мире еще купить. Пойдем они искать не детский понимают, что это золото, что это дорого. Им вон эти лизуны подавали, да еще что-нибудь. Побыто, да. Куда пойдем искать? Где-нибудь детский мир. В обратную, я думаю, надо идти.
идете, идете прямо. Может, наверх надо, дочь? Она сказала прямо и придете. Ну и что? Может, туда подняться, шли прямо? Ну да, может подняться. Заблудились, в общем, мы. Хоть бы написали. Да? Ну вот. Язык до Киева доведет. Язык? Язык, да. Я спросила, мне сказали. Скоро детей в школу собирать. Иди сюда. Вот всякие игры есть. Я здесь, дома. Мы игры привезли с собой. Каролина. Иди сюда. Почти все. Иди сюда. О, вот эта игра тоже классная. Угадай. Да? Угу. Знаешь, угадываешь. Она, конечно, хочет животное. Да. Кролика, кошку, хомяка. Собаку, хомяка. Крокодил. Крокодил, Дарина подсказывает. Нет, это все вредное. 700 рублей. Угу. Жвачка для рук. Мыло всякое. Я даже, если честно, даже не знаю, что им купить. Скажи. Ролики можно. У них, у Жени, у Саши ролики сломались. Мы их даже не брали. А Томины мы благополучно забыли. Вот. Поэтому... Набор школьника им купи, они обрадуются. Ну, конечно. Это Плейдо. Голову вам снять всякие. А чё только нет. Это большая синяя, да? Угу. Это некрасиво. Вот они вот такие еще хотят сумки, вот как у Дарины. Вот. Вот есть. Пам-пам. Вот. Телефон влазит? Ну, конечно. Их точно влезет. Подержите, я вам сотрю. Вот такие есть. У Дарины, видите, вон какая она ходит, и дети тоже хотят. А вот здесь такие. Ну, она вверху ремешок. Нет, не влезет в телефон никакой. Вот это классно. Угу. И замок хороший. Угу. Даже вот. То есть она... Дарин, помогай. Так вот, мне тоже черненькая, да? Где? Ну да, Женька, мне кажется, захочет. Красиво. Как она запомнила, где машина? Раз, раз. Я, блин, вообще куда идти? Чё идти? Ничего не помню. Не, пешком пойдем. Пойдем сначала поедим, потом спокойно пойдем в спортмастер. Говорит, есть не буду. Ну ладно, картошку фри, ну ладно. Водички. Водички, ну ладно, еще курицу. Что хочет, твистер или бургер? Нет, я не буду ничего. Я буду только курицу. А я водичку. И мне кофе, как всегда. Я буду просто. Ну слушайте, он такой вкусненький. Так не жарко, потому что жарко очень. Блин, одну порцию. Чего мы? Стрипса. Да, и картошку. И не доели, втроем не доели. Понесем машину сейчас. У меня еще полстакана чая. Ну, я сказала, что поделиться. Я попробую это. Попробовала. А, невкусно. Какой это был? Это кофе вкусный очень, холодный, очень вкусный. Мы пойдем в машину отнесем. И посмотрите. Ага. Мы завтра хотим Саше сделать праздник, сюда приехать. Ну, конечно, праздник будет для всех, но она всегда говорила, хочет в аквапарке отметить. Она и так каждый год на море отмечает, уже третий раз. Ну, ладно, что теперь? Без воды. А Женька всегда дома. И я дома. Ну, дома хорошо. Ну,
девчонок спрашиваю, вам, может быть, что-нибудь надо? Мы все мелким покупаем. Что-то выйдем. Ну, младшим все, все троим. А, ну, дети старшие говорят, нам не надо, мы закажем. Где ты там, Дарин, все хочешь заказывать? Озон. Озон? Я говорю, ну когда у нас этот озон, когда у нас адрес постоянный появится, еще неизвестно. А все равно не надо. Ну, как хотите, знаете, я вот предлагаю, они отказываются. Поэтому все только младше мы покупаем. Ням-ням. Ну, мы уже поели. От здания как жара идет. Короче, завтра мы сюда пойдем отмечать. Саша. А что спрашивать? Документы, главное, не забыть, да и все. Сильно большая. Не вмещаешься. Я сильно большая. Ты не вмещаешься в камеру. Чего ты в камеру не вмещаешься? Хочется поднимать руку. Так же, как и папа, так же. Завтра нас дома весь день не будет. Да мы за один день все съедим, мам, ты что? У нас семья большая. Это что? Так говорит, это большая семья, клюв и щелкают. За один раз все съедают. И майонез надо будет купить еще. Что, майонез дома нету? Так я сегодня утром просыпаюсь, такая, майонеза нету. Маму купили. Вчера. Ну я майонез не ем, я за ним не слежу, поэтому. Я что-то нашла уже. Я знаю, что мне надо. Мне нужен типа блокнотик, который ты мне дарила. Личный дневник, типа. Нет, он у меня закончился, я все исписала там. Перец черный молотый не нужен. Не посмотри, может найдешь. Да, что есть. Нет, такого нет. Прям как я хочу. Арбузики продают. Не знаю, если болтаться будет. А йогурты будем брать? Ой, а йогурты? Знаешь, возьми йогурты с шариками. Ну возьми, да. С шариками и еще какие-нибудь вот такие вот. Чудо. Ну возьми. Сейчас. Давай. Наши любимые берем. Даже так. Вот за это. Аккуратненько. И еще с этими шариками. Какими шариками было все взять? Наверное, вот с этими возьму. Их нет. Еще такие классные вот. И вот такие возьму. Можно еще даже вот такие взять. Короче, нельзя ходить с нами в магазин. Потому что мы, как всегда, наберемся под. Я считаю, это нормально, что мы набираем все. Наггетсы, сырные шарики, блины. Майонез есть, мы майонез не проехали. Вот, тут какие-то соусы, кетчуп, майонеза тут нет, не видно. А мне майонез. Я так и не нашла его. Вот, не вижу. Сейчас ты взяла? Что ты взяла? Конфетики. Давайте вот такие купим. Те дорогие. О, давайте, Лёва, сколько она стоит? А вот такие чаури вот. Давай, мам.
Ну, вот такие возьмем, да и все. Там. Сережки всякие продаются. Какой мы брали? А вот селяночку? Да. Селяночку же брали? Угу. Нормально было, да? Да, нормально. А кефир надо? Кефир, да, кефир можно. Молоко взяли мы? Мы же хотели... Молока такого нет, которого мы тут брали. А внизу? Нет? Давай капец. Да, сливочная. Да. И сыры, смотрите, всякие. Даже есть, которые уже потертые. Сыр. Сырники есть. Ну и сыр какой-нибудь еще возьми. Но есть потертый, есть обычный. Потертый. Потертый. Будем выпендриваться. У нас в комментариях написали, вареную колбасу есть не модно. Надо копченую брать. Поэтому мы сегодня будем модные и возьмем копченую колбасу. А потому что вареную у нас есть. Давайте не будем слишком модными. Сейчас я буду. Давай. Самую вкусную выбирай. Не, можно, знаешь, как мне сейчас. Типа вот такой, да? Я твердую люблю. Вот твердую. А мне нравится, которая в пиццах. Ну, вот такая. Да? Да, халявочка. Все. За молоком и за маслом сливочным заехали. Ну, немного еще кефирчика, там, всяких йогуртов, конфет. Да, каждому понемножку и пойдет. Бы дети тут увидели, они бы сейчас бы все нахватали. Сладкое все. Ну ладно, сейчас будем расплачиваться и поедем. Все, мы расплатились. Два пакета вышло у нас. Сейчас поедем домой. И будем уже, наверное, спать готовиться. Или нет. Вот, ну ладно, я тебе покажу. Во, упади, упади. А я слезала бы всех и вот так залезла. Что за ягода? Это я как вот... у нас черная ягода. Я не знаю, она съедобна, несъедобна даже. Она несъедобная. Несъедобная? Вы не трогаете никогда? Мам, вся засыхает муравьи уже. Едят, муравьи? И она вообще не ест, она вся падает. Ну хорошо, муравьи хорошо. Едят. Дима, Сонечка гуляет. Ага. Подарки спрячем. Потом вечером занесем, когда дети лягут уже. Наверное, поливать надо, все засыхает. Он кричит. Нам стол привезли, смотрите, как обещали. Я стиралась там. Уже все высохло. Бассейн сушим. Наливать будем попозже, когда с моря вернемся. Это что, пока замыли-мыли, просохнет, лежит, висит. Ну что, как вы тут? Нормально справлялись? Не капризничала? Все капризничали. Все капризничали. Тут темно, надо свет повключать. Я не капризничала. Все, ага, все включайте, включайте свет. Даже Женька. А ты что, Дарья? Даже Женька. Они даже тебе не подходили ни разу. Да? Мы смотрели. Надо переворачиваться, уже поцеловать. Бабушки, там же красиво, да? Ой, скажи, всю зацеловали меня. Ой, всю зацеловали. Какую там песню пела, ну-ка. Так, сейчас мы покажем, что мы купили. Мы купили да, совсем. Ну, два пакета. Ну, два пакета, а всем ничего. KFC немножко осталось. Купили яйца.
Несквик вдруг кто-то хочет. Это уж не знаю, Настя, наверное, закинула. Майонез, это Дариночка. Ну, вы увидите там все, что в персике. Дома самая главная нянька. Я не успела зайти, она мне доложила, сколько раз София сходила в туалет, сколько раз София поменяли подгузник, сколько раз София поспала и как поспала. Она еще покупалась. Во. На улице. Да, нам много столько фотографий прислали, как Сонечка на улице купалась, да? Да, ты умница. Ну все, вот такие у нас покупки. Кефир, мы уже все видели, да, что Дариночка снимала. Все, давайте, наверное, уже ужинать. Да? Вот сейчас только. Ну вот как хорошо. Ну, значит, взрослые тоже поедят. Я вообще такой кефир попью. С помидорками. Так хочу помидорки прям вообще. Нельзя перед зеркалом кушать. Всю красоту свою съешь. Всю жизнь мамка мне так говорила. Что случилось? Я об колесо поцарапалась. Об колесо поцарапалась. Пойдем на кухню кушать. Пойдем. Пойдемте чай будете пить. Пойдем. И будем... Мама, я хорошо поел. А что никого нет? А, ты тут стоишь, их напуга. А где Санечка у нас? Не знаю. Они все поели. Хорошо. Чай будете пить? Чай попьете сейчас и все? Все, и спать. А, да. Так, дорогие мои. Какое утро? Вечер уже. Время 8, правда, только еще. Да, и спать мы не будем, 8 ложиться. Ну, рано еще, рано. Ну, мы с вами, дорогие мои, будем, наверное, прощаться. Что у нас нового тут в дальнейшем, что там будет происходить? Мы сейчас будем кто-то завтракать. Да, хорошо. Я как Тома уже. Кто-то ужинать, кто-то чай пить. И уже будем потихоньку ложиться спать. Всем пока-пока. Да. Всем пока-пока. Всем до свидания. Лайки, да. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал.